Сезон Ивановского театра кукол откроется в зале одного из корпусов химико-технологического университета. 10 сентября в Химбанке покажут спектакль «Ключ от королевства». Временно сменить прописку театру пришлось из-за комплексного обследования Ивановского дворца искусств, которое продлится, по предварительным данным, до ноября текущего года. Мы посмотрели несколько залов и, прежде всего, мы руководствовались тем, чтобы было удобно нашим зрителям. Мы выбрали зал, который находится рядом с театральным комплексом, рядом с основной сценой театра кукол. И даже если зрители по ошибке придут в театр на площадь Пушкина, то они смогут успеть на спектакль, который будет проходить в банке Химакадемии. Репетиции пока идут в зале Ивановского театра кукол. «Ключ от королевства» – спектакль ивановским зрителям уже знакомый. Это веселое представление для детей от 4 лет со стихами, песнями, танцами и фокусами. Всех, кто придет на открытие 82-го театрального сезона, ждет сюрприз. Наших зрителей встретят все артисты нашего театра. Вот они придут в непривычные для них условия, но мы постараемся сделать все, чтобы нашим зрителям было комфортно, уютно, чтобы они сразу попадали в сказку. Потому что все равно театр – это дело живое, и на любой сцене мы хотим нести вот это добро, свет, счастье, праздник. И я думаю, что все у нас получится. Зал химико-технологического университета актерам старшего поколения хорошо знаком. Здесь театр выступал не раз, но тем не менее к сцене еще предстоит пристреляться. Незадолго до открытия сезона там пройдет генеральная репетиция. Конечно, надо всегда заранее приехать, проверить акустику, проверить кулисы, глубину сцены, ну, чтобы образ спектакля, он не нарушился на этой сцене. На стационаре мы уже знаем свою сцену, как нужно подавать голос, чтобы зал нас слышал. Вот, музыка, она же, так сказать, иногда заглушает, может заглушать актера, а вот это нужно все выстраивать заранее. Несмотря на то, что этот сезон в театре кукол пройдет в не совсем привычной обстановке, руководство театра уже решило, что проведет полюбившийся ивановцам конкурс на самую театральную семью. Также в этом году состоится фестиваль детских дошкольных учреждений «Солнечный лучик». Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.